более 10 лет назад уже, когда создавали Национальный органический союз, куда объединились те немногие органические сельхозпредприятия и переработчики, которые занимались органикой, мы как раз и объединились для того, чтобы создать такое законодательство в России. Ты не имеешь права писать такие слова, как органический, био или экологический чистый, эко, на упаковке, если это не подкреплено сертификатом на соответствие стандартам производства такого рода продукции. А основа этих стандартов, она достаточно простая. Ноль пестицидов. Ноль. Ни инсектицидов, ни гербицидов, ни фунгицидов, ни дефолиантов, ни протравителей семян. Ничего не используется в производстве такого рода сельхозпродукции. Важно подчеркнуть, что сейчас инструментальные методы исследования настолько точны, настолько прецизионны, что можно обнаружить до 0,001 миллиграмма на килограмм продукции. Я могу сказать, что это чрезвычайно точный метод анализа. И если какое-то хозяйство применяет пестициды, то это не тысячные, не сотые и даже не десятые доли миллиграмма в килограмме. Наши ПДК допускают содержание до 5 миллиграммов пестицидов на килограмм готовой продукции. До 5 миллиграммов. А количество пестицидов, на которые мы вот проверяем нашу продукцию, это на все существующие пестициды на сегодняшний день. Это более 700 наименований. Мы не применяем этих ядов. Постепенно мы смогли собрать команду единомышленников и специалистов, которые биосферу, это компания, которую мы вот назвали в Мордовии, в Сарашейгском районе, поля вокруг села Новая Федоровка. Посевные площади сейчас порядка 4500. Еще есть у нас что вводить, то есть мы приобрели еще засоренные участки, которые будем постепенно вводить. Надеемся, что через год-два у нас будет порядка 6000 гектаров пашни. Животных у нас, если говорить про дойное стадо, это КРС, это 350 голов, нам тоже есть куда расти, но здесь очень важный момент, то есть можно, конечно, расти быстро, но мы не имеем такой возможности, потому что нашей площадью мы ограничены, в том числе в кормовой базе. Мы производим корма исключительно только на своей территории. Так как мы производим очень широкий ряд растениеводческой продукции, больше 20 наименований мы выращиваем. Еще мы под своей торговой маркой производим тоже достаточно широкую линейку круп, муки, растительных масел. Но эта продукция широко представлена на московском рынке, потому что она несколько дороже, чем обычная продукция по понятным причинам. К нам обращаются как раз представители либо единичных экологических магазинов, либо небольших сетей. Конечно, мы откликаемся, если какие-то магазины или сети к нам обращаются, мы, конечно, поставляем туда продукцию. Так получилось, что биосфера наша, мордовская, она является на сегодняшний день старейшим сельхозпредприятием в России, которое имеет непрерывный подтверждаемый органический сертификат международного образца с 2009 года. Представляете? Мы были и первыми, кто такой сертификат получил. На сегодняшний день старейшее сельхозпредприятие. Даже как-то это немножко не по себе, когда такое произносишь. И поэтому на каждой выставке, в общем-то, нашу продукцию, а мы стараемся радовать наших покупателей новинками каждый год, мы получаем премии и на Продэкспо, и на World Food, и премии Роскачества, и премии Минсельхоза России, там разнообразные призы, награды. У нас есть там своя полка с нашими наградами, естественно. Вот. Мы, конечно, этим очень гордимся и рады, но не за награды работаем. Нам очень нравится то, что мы делаем. Это любимое дело, и ни на что бы я не променял занятия выращиванием, производством и переработкой именно органики. Потому что это самое... Это, чем это замечательно, это тем, что не надо обманывать. Вы знаете, это такой класс, когда ты производишь продукцию для себя. Мы сами едим то, что мы производим. Мы, конечно, как небольшие производители,
Естественно, мы будем позиционировать наш сыр как уникальный с точки зрения того, что он органический. Он производится только из нашего собственного молока. И это, конечно, накладывает определенные ограничения. У нас всего 4,5 тонны в день дуется молока. Соответственно, мы можем произвести максимум порядка 400-450 килограммов в сутки сыра. Это все. Больше нам молока взять неоткуда. Мы будем постепенно, естественно, наращивать наше поголовье. Постепенно этот объем сыра будет расти. Но и сейчас мы не производим 450 килограмм сыра в день. Варки у нас происходят 3 раза в неделю. И варим мы по 1 тонне молока. То есть у нас всего лишь 300 килограмм на сегодняшний день производства в неделю. То есть это крафтовое, небольшое сырное производство. Я называю эти сыры твердыми. Различия, безусловно, в рецептуре есть. Различия будет в том числе в выдержке. Но в любом случае выдержка этих сыров будет от 6 месяцев. В этом году мы получили как лучший экспортер российской органической продукции. Мы, конечно, будем развивать экспорт. Но развитие экспорта, оно напрямую связано с ростом наших перерабатывающих возможностей. Мы проектируем сейчас и будем строить уже более объемные производственные мощности, которые позволят нам в больших объемах, чем сейчас, производить продукцию с тем, чтобы хватало и на внутренний рынок, на российский, и увеличил наши экспортные возможности, и, конечно, снизила себестоимость нашей продукции. Над чем мы постоянно работаем, это мы стремимся к тому, чтобы цена на полке соответствовала возможностям как можно большего количества кошельков наших покупателей. Когда люди говорят, ваша продукция там очень дорогая, я, во-первых, спорю, потому что если там обычная гречиха стоит, в районе 100 рублей за килограмм, да, а наша там 200 с небольшим рублей за килограмм, во-первых, перерабатываем нашу гречиху на предприятии в Тульской области. Мы возим нашу гречиху в Тульскую область. Представляете, 50% нашей гречихи – это шелуха по массе. Перерабатываем там. А почему выбрали это предприятие? Потому что они действительно выдают стабильное и очень хорошее качество. Они хорошо очищают, хорошо ошелушивают, прекрасно пропаривают. То есть нас все это устраивает. Более того, это предприятие мы сертифицируем за свой счет по органическим стандартам. Наши производственные возможности по переработке молока – это порядка, если работать в 3 варки, то есть в 3 смены, 3 цикла, за сутки можно успеть, хотя это и стрессовая история, это порядка… Это максимум 3,5 тонны в сутки, это прям максимум. Мы даже не сможем перерабатывать все наше молоко, которое мы производим. Но может быть и хорошо, потому что с какого-то момента часть нашего молока стала брать детская пищевая станция и производить прекрасное детское питание из нашего молока с органическим сертификатом. Они производят Нарине в органическом качестве и еще какие-то виды продукции. Я думаю, что они расширят на максимальное возможное количество своих видов продукции, исходя из ингредиентного состава. Каждый человек должен заботиться о себе в первую очередь сам и думать, что он покупает и что он внутрь себя забрасывает. Это будут наши традиционные продукты. Это крупы, это бобовые, это мука, это растительные масла, линейку которых мы будем расширять. На сегодняшний день мы выпускаем льняного масла, потому что из собственного льна, который у нас растет, объемы продаж растут, очень радует, но это и не удивительно. Вот лен один из наших бестселлеров. Как в виде семян, мы его доводим до степени очистки 3/9, то есть 99,9%. Абсолютно чистый и безопасный продукт, можно в салаты добавлять именно семена льна. Коричневый лен и золотистый лен у нас есть. И из этого льна мы также давим в щадящем холодном режиме, мы давим льняное масло. Изумительное масло. Я сам ежедневно обязательно не меньше столовой ложки
употребляю, потому что это действительно наш российский суперфуд. Это единственное масло с таким огромным содержанием омега-3 полиненасыщенных жирных кислот. Производим софлоровое масло от наших органиков, коллег из Саратовской области. Производим конопляное масло органическое. Наши планы в будущем году, мы планируем засеять 100 гектаров органической конопли именно. Мы дружим с предприятием «Мордовские пенькозаводы». Туда, я надеюсь, мы будем отдавать тресту, который у нас будет оставаться, как побочный продукт. Нас же интересует именно семечко для производства конопляного масла. Успехи, я уверен, потому что специалисты у нас есть, и мы компетенцию, в том числе по разным видам продукции, обязательно привлекаем, в том числе и стороннюю. У нас рекордная урожайность, например, по зимой пшеницы на одном поле. После того, как мы внесли туда очень много нашего же органического навоза, глубоко прорыхлили это поле, вот у нас был максимум 40 центнеров с гектара. Мы очень, это прям достижение. Та поддержка и моральная, и материальная, которую Минсельхоз Республики Мордовия оказывает нам, я бы даже сказал, беспрецедентно. Такая ситуация, что больше даже нам предлагают, а чем еще поддержать, каким образом помочь. И это дороже даже где-то материальной поддержки. То есть, действительно, искренние слова благодарности от руководства Минсельхоза и от, в принципе, руководства республики о том, что когда ты слышишь, что ребята молодцы, делаете такое правильное дело, действительно, Мордовия, как это ни удивительно будет, может быть, многим услышать, является флагманом органического земледелия в России.